Сервер Jurassic Park. Это рейты на томление и добычу 5x, а на опыт 10x. 50 слотов и мощное железо с низким пингом. Карта The Island с приоритетом на PvP игру, а также ивенты минимум раз в неделю. Переходящие трайбы получают бонусы. Трайб от 5 человек получит Трайка, Дедикуруса и Птера. Трайб от 7 человек получит Трайка, Дедикуруса, Анкилу и Кетсаля. Дополнительные киты, сбалансированные товары в магазине, администрация 20+, и многое другое ждет вас на этом сервере. IP сервера и ссылка на группу ВК в описании. Тихо, да сядь ты уже, господи. О, давай. О, черт. Хватит? Нет. Так держать. Не катит. Ну, конечно, не катит. А еще с резким, слышишь? Сейчас я побегу за... Кирдык черепахи, короче. Минус одна. Не кирдык. Уберу черепаху. Так, где я? Я здесь. На черепахе я ухожу. Да, бля. Что, смешочек? А, говно. Я ушел. Сколько у хп у нее? Половина еще. А, нормально. Твою мать, мы задолбались их разряжать. Они реально, они битком завиты. Еще на черепахе пока поразряжаю, пока надо. Ей-богу, задолбали ты их разряжать. О, спина есть кожа. У меня как мародер какой-то бегает. Такс. Броню. Так. Я что-то снег. Ой, твой блин. Ночной год. А где мой труп? Видел мой труп? Вон он. Давай, бежи. А, вот он. Блин, убернись! Ну, все, бежать! Все, я ушел. Такс. Что придумать? Ой. Погоди, Они не все агрятся. А, что придумать-то можно? Смотри, я вот эту сторону турели буду. Погоди. Короче, все. Я придумал. Забегай обратно. Зачем? Больше половины хп еще у черепахи. Нет, другая идея. Блин, мне не то хватает. Меня лагает. Давай, забегай обратно. Смотри, сейчас что сделаем. Спускайся вниз. Мне уже мало патронов, чувак, походу, очень мало. Ща попробуем одну фигню. Давай, спускайся. У нее от того, что ты спустишься, патроны у нее не прибавятся, зато у этого черепахи прибавятся. Да ты полностью спрячься, говорю же. Я немного отрегениться. Накидывай на меня эти сишки. Ты пройдешь, я понял. Да, то есть, короче, смотри, я под твоим прикрытием пойду туда. И. Давай прям на вход. Да, тут как бы без разницы, кидай на меня это. Если что, я там вовнутрь тоже накидал еще сих. Отойдет. И все, сейчас попробуем, короче, такую идею фиг сделать. Может так хотя бы проканает. Если не проканает, то он рванет вместе со мной, с тобой и с черепахой. Так, все, заходи давай. Тупо за мной иди. А, блин, что за звук такой был? Да, заходи.
Так, направо? Че, давай я пробую прорваться сейчас. А, тихо, тихо, тихо! Не надо было направо идти. Там у них надо было идти прямо и просто рвануть хоть что-нибудь. Разбежи. Давай обратно. Что, быстро забирай быстро. Что, забирай быстро? Я сдох. Я как бы бегу вообще с нуля. Не, клеймок. Можешь забрать? Кого? Тера и черепаху. Ща, пробую. Тера добрый. Отлично. Тера здесь. Черепаха тоже здесь, нормально. А, ну да, я понял из-за чего. Такая паника была. Я ж около стены был. Понятно. Да, забрал я, увел их. Нифига, 7 тысяч у него осталось. Да. Пока что черепах, там у них очень мало патронов должно остаться. Очень много. Да. Так, сейчас посмотрим, у кого седло лучше по защите. Не заменим уже черепаху. Вот и красное седло. Да, брони сколько там? Цифра. 250. А, ну здесь 244 надо заменить. Да. Пач, побери. Так, погоди, ну чё, давай сейчас пробую тогда это, так, поразминировать её. Я уже пошёл. Угу. Я пока это отведу. Так. Давай-ка я всё-таки попробую кое-что где... попробую сделать. Так, где гранатомёт? Нету. А чёрт побери, а где он? Отлично. Я умер. Да, ты как помер? Слез, что ли? Я не знаю, как я умер. Я не слезал. А, отлично, значит, залагал. Как вариант. Другого варианта просто нету. Так. Да, возьми всю эту черепаху, разряжай дальше. Ну, она там пока стоит уже, она тоже разряжает, чё уж. Так ты же за ХП не следишь. Ну, это понятное дело. Сейчас я сяду. Сейчас я призову лучше. Она идет сюда. Ну да, говорю, иди, блин. Черепаха. Черепаха, иди сюда. Давай. Я верю в тебя, ты сможешь. Давай, 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 давай. Черепаханька. Вот твою мать. Ну-ка, отвлекающий маневр. Не канает. Нифига себе. Она прямо уж здесь в упор все стреляет. Ты разряжаешь? Да. Ну как, она бежит, разряжает. Давай, 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 давай. На ней сидишь? Вот, теперь уже на ней. Ага, сейчас я под пулю побегу. Я там сразу сдохну. Ну, нормально, у меня еще 7 тысяч осталось. Давай на 4 тысячи уходим. Сейчас, погоди. Я уже отошел оттуда. Так, у них у обоих по 7 тысяч осталось. Отлично. Пошел дальше разрешать. Кстати, получается, лучше вот здесь издалека стоять. И сильно не агрить эту органику. Органику там мало, конечно. Ну, все равно, мало не мало, но все-таки хоть какой-то дамаг. Ты не можешь эту трубку посмотреть, сколько патронов осталось, там же тебе есть топовый модуль. О, слушай. А, подожди, а где у меня труба? Он не пишет, меня... сколько патронов осталось. Пишет, 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 вроде бы обычная пишет даже. Посмотри. Сейчас глянем, где обе трубы возьму. Обычно время даже пишет. Все трясется, прям экран трясется. По стене X. Так, это турель. Это не пишет. А мне казалось, что писала. Тебе там стреляют, но. Это? А в смысле? Ну, в прямом. Тут обстрел конкретный. Ты хотел залутаться, что ли? Mm-hmm. Она мог хотя бы сказать. Что? Мне не пишут. Прикинь. Я вот смотрю, не пишет, но пишет. Написано автоматическая турель, агрессоры, 3000 здоровья. Но ничего не пишет больше. Тем временем на сервере 6 игроков. Отлично.
Так. Короче, давай респайзим. А, уже тогда... 3 минуты. Угу. Слушай, так это... Погоди, блин. Чё в натуре-то? Сейчас, погоди. Экс. На взлет. И вперед. Хоть какой-то дамаг нанесется, интересно. Да долбаная ты, зараза, не двигайся так сильно. Я хочу посмотреть с этого, с пулемета же. Ну, должно уже хоть как-то нанести дамаг. Хотя бы мог. Не надо, я на это надеюсь. Нет, по трону с маску нет. Ну, или по органике. Так сказать, ну, пока все равно ждем, пока ты респанешься, я хочу проверить. Ну, по органике наносится. Можем, кстати, с этого, с пулемета нанести органику, ну, специально. Вот, я, собственно, и пытался это сделать. Блин, 2 минуты уже. Ага. Это на сколько серий примерно выйдет? Серия, да, я фиг знает. Я говорю, там еще надо смотреть, как она урежется, не урежется, что там обрежется, потому что... Твою мать, а кому я стрелял-то? Там кто-то еще не трупом был. Что-то пока разбежать тоже. А, ну отлично, решили походить с этим замену. А какого ты фига смотришь в инвентарь? О. Так, надо патроны стырить, пока они не задиспавнились. Потом. Сейчас просто разряжаем, да? Сейчас. Сейчас, да, черт его знает. Сейчас я посмотрю вообще, что там дамажит, не дамажится. Этим всем говно. Все. Патроны пополнил. Турели. Ну, отлично. Так. Сишки. Так, все нормально. Гетцель здесь рядом стоит. Тупой спины. Тупой спинозавр. Твою мать, не успел. Надо было с другой стороны бежать. Ну ладно, ну черепаха внутри она находится. Сейчас с той стороны обойду. Внутри здания. Сейчас я с той стороны обойду. О, здесь первое яйцо снес. Лах. Вот слышишь, это черепах. Ща-ща-ща-ща-ща. Ой, бегу-бегу. Отлично. Я на ней пошел разрежать. Иди, разрежай пока. Я эту выведу. Так, вот это что там? Это так уж много хп у нее. Так, они по тебе, да, стреляют? Так, ну я это пока отведу. Уходи тут. Тянул еще хуже. Вот это растянул. Вот. Там ты как-то растянул. Смотри, все стреляют или нет, кто-то стрелялись? Сейчас глянем. Опаньки! А, черт побери! Справа надо было слева подойти, а я справа пошел в лошара. Слышишь? Кровати нету. Прикинь. Кровати не отображаются. Надо хотя бы уже спальник тоже там кидать попробовать. Может, что-то поможет. Так, а я попробую здесь. Ай ты, блин. Смотри, сейчас покажу. Сейчас попробуем в ту сторону стрельнуть с гранатой.
там нету, где разрядилась. Перед выходом. Перед выходом, то есть. Справа что ли? Или смотри, что? Пробуй стрельнуть. Налево. А, тихо, нифига себе. Там меня бьет. Налево бить? То есть в угол вот этот левый, да? Где Фиоми стоит? Турельку, да, где Фиоми. Ага. Да. Как говорится. Ну ты что под себя-то стреляешь? Спальники работают. О, нормально, короче, накидываем тонну спальников. И все пушку. Твою мать, там еще больше конструктор разрушилось. Я очкую. Мы конкретно прям пробиваемся, все нормально. Пойдем по фундаментам. Не можешь зарейдить стены, иди по фундаментам, короче. Во! Нормально нафиг сейчас все будет. Слишком не подходи близко. Ну нафиг. Не будем рисковать лишний раз спальником. О, вообще пучком все. Как раз фундаменты мешают. На турели. Это вообще такой рыб. Я тебе говорю, просто нафиг. Какого фига? Экс. Ну, конечно, граник дерьмовый, но суть в том, что все-таки хотя бы есть. Говорю, нормальная тактика. В Расте не раз такую тактику использовали. Это ты стрелял. Вот я видел, ты стрелял, все, ничего не знаю. О, ща, короче, прорвемся. Ай, блин, это я сейчас косячил. Почти. Ага, самое главное, не прыгаю, если что. Я проверил. Стреляю. Я знаю. Блин. Тихо. Они не достают. Сейчас, погоди. Я попробую сагрить. Ладно, не буду агрить. Так, погоди. Ясно. А типа. Отлично, теперь он достает. Все, забей. Внизу. У меня гранат, ракеты закончились. А ну ты подожди, тихо. Не двигайся. Давай, попробуй сагрить на себя. Я уже мочу по самому дому. Да еще не по самому дому. А или ты стал выше стрелять? Нет, еще... тебе до дома далеко. Попробуй сейчас в эту, в турель бомбануть. Вот, нормально. Фиоми. Сейчас через фундамент начнется дом. Попробуй в турель бомбануть. Ую. Меня слева, видишь, слева турели, они меня мочат. А, они тоже тебя достают? Так, там, вот погоди. Эти турели, они разряжены, понимаешь? Погоди. Тогда я вот эти входные не буду трогать сейчас. Во, нормально. Нужный фундамент пошел. Сейчас я пройду тогда слева и попробую левый сагрить, чтобы они это тебе... Да ёпара себя, защитили тебя, ты дохнешь и дохнешь. Жди. Ну ладно, я пока налево перейду. Сейчас я налево перехожу и турели те на себя сагрят. Типа, не попробуй. Я гранаты вначале попробую. Агрю. Все. Я агрю. Все? Пробуй. Лупо. Смотри. Баба! Отлично. Во, вот, вот это я понимаю. Вот ред пошел. Короче, пошла жара, давай. Я верю в тебя. Это, может, все-таки турели снесешь? Потом уже стены будем бить. А, ну хотя что, давай, короче, долби в угол и потом на картах проползем туда нафиг. В жопу эти турели. А, ну хотя можно и турели снести, что. Жди, стой, я ни хрена не вижу, у меня рука нет. Нормально, у меня еще 5000 хп. Давай, вот ты, во, видал, нафиг, все нормально. Танки тащат. Без вариантов, короче. Все, хочешь зарейдить, хорошо, делай танк побольше. Слева снеси. Смотри. А, верхушка. Дядя, алло. Отлично. А, твою мать. Органика начала плеваться. Иди нахер, органика. Ура. Отлично, давай. Сейчас, короче, подожди, стоп. Я, короче, сейчас выхожу направо. И ты там, ну это, я там агрю, а ты там сбиваешь. Да вот эти вот говнуки мешаются. Эту верхушку сними,
она сюда смотрит, которая. Ой, зря ты так вылез. А нет, я думал, снесет ее нафиг. И вот это еще надо вынести. Во, все, отлично, там нафиг пол базы снесло. Во. Все. А. Так. Отлично. Сейчас, погоди, дай я хочу. Ну что, там куда-то прорвались? Тихо, погоди, сейчас пролагает. Так. Вам тут оттуда потом вылезти. Так, отлично. Сейчас, погоди. Я вижу сейфы, чувак. Погоди. Во, нормально, все, сейчас, подожди, прорвемся. Тихо. Иди. Да тихо ты, подожди, сейчас, дай я сишки рвану. Я хочу сишки рвануть. Я хочу без фейлов сишки рвануть, понимаешь? Хочу без фейлов. Вот так вот. Вау, тихо, меня куда-то вообще отнесло. О, тихо. Прорвались? Во, отлично. Твою мать, дебильное говно. Сейчас, погоди. Погоди, вот так вот. На тебе скотина, по хребту. Смотри, бензин. Посмотри сюда. О, красные инструменты. Я беру красные инструменты. Посмотри сюда, иди сюда. Где? Бензопила? Вообще нормально. Уходи, отойди. Да какой, блин? Ну, молодец просто. А, твою мать, стреляешь! Подожди. Тихо. А чё сейфа нет? А чё это дамаг? Окей, тихо. Тихо, подожди, 37 тысяч. 37, ну, короче, 2500. Сейф сейчас бомбану, подожди. Это прикол. Не так посмотреть можно. Он открытый. Ё-моё. Ты нафига меня убил, блин? Он открытый. Нормально. Вообще нормально. Красные инструменты. О, еще красный бензопила отваляется. Посмотри сюда. Да. Вот, да? Не, вот в этом. Вот в этом. Че, нормально. О, генератор. Врубай все нафиг, это говно. Стой, темно. Я еще вроде бы слышу, что-то гудит. Или не гудит. Или меня глушит. Тихо, что тут гудит? Не, нормально. Разберемся, что гудит. Отлично. Так, я пока лут смотрю. Все, я добрался до нужного, я смотрю лут. Так, сишки, нафига столько GPS-ов валяется, я манал. О, красный граник, отлично. Снайперка красная, транквилы, ракеты. Ну, насчет взрывчатки я не знаю, окупилось или нет. Но насчет морального удовлетворения я очень даже удовлетворен. Сколько там пороха, алло, окупилось или нет? А я откуда знаю? Подожди, я еще не дошел. Я смотрю уже по готовой взрывчатке. Вниз пролезай, сколько электроники, пороха, полимеры. Я говорю, я присутствовал, не смотрел еще. Вот, нормально. Значит, все нормально, окупились. Не, ну моральное удовлетворение я точно получил от этого. Какой под ноль? Подожди, ресурс надо выносить. Под ноль. Неси сюда кицаль. А, ты же все вырубил, да? Все нормально. Ага. Неси кицаль. Нифига не видно. Подожди, не взрывай так сильно. Так как все снесешь. У меня, между прочим, лагает этого. Я ни черта не вижу. Я сейчас генератор включаю, короче. Ну что, народ, в общем, вот такой вот был рейд. Рейд был очень долгий. Если по реальному времени переводить, то мы часов 5 это все рейдили, готовили. И это был просто абзац. Там он не мой развлекается. Сносит эту базу всю под ноль. Нам повезло, что не все дины были сагрены. Мы очень много тупили. Но, как говорится, на ошибках учатся, и все-таки тактика с танком оказалась намного эффективнее. Вот такие вот дела. Поэтому, как бы, что я могу сказать? Зарейжено. И этот сезон рейдов, первый сезон рейдов подходит к концу. Но не все так просто. Смотрите, я спрашивал у администраторов, мне ж, по сути, лут нафиг не нужен. Я поговорил с администраторами, говорю, блин, ну, чтобы, во-первых, и вам хоть что-то достанется, и
администраторам тоже будет реклама какая-никакая. Тем более такой вполне неплохой лично для меня опыт получился, и неплохой сезон в целом получился рейдовый. Тем более, что люди просили. Вот, так вот, о чем идет речь? Я попросил администраторов о том, чтобы, ну то есть мне выдали лут на постройку 10 зданий. То есть я построю 10 маленьких металлических коробок, один на один, высота 1, в котором будет стоять ящик. И в этом ящике будет лут, может 10, может больше, я не знаю, как там что. И туда мы положим топовый лут, то есть это будут и рецепты, и ресурсы, и так далее, и так далее. То есть там посмотрим уже с администратором, там посидим, подумаем, что же сделать лучше. Вот, и он будет каждый день в своей группе, опять-таки же ссылка в описании я оставлю, он будет каждый день в своей группе выкладывать координаты этого дома. То есть вам остается что сделать? Правильно, найти дом. Пароль от всех домов будет 2706. Пароль на вход, пароль на ящик. То есть просто так левый человек туда не зайдет. А рейдит металлическую коробку один на один, не тратя на это ресурсы, думая, что там, типа, а вдруг что-то есть, ну, не каждый додумается, так сказать, и захочет. Так вот, получается, по всему серверу будут стоять металлические коробки, в котором будет офигенно топовый лут. Это будут красные инструменты, это будут красные рецепты. Представляете, рецепты, то есть вы просто тупо потом можете все создавать. Это будут и ресурсы, и так далее, и так далее, и так далее. Мы посидим, подумаем, что лучше сделать. И, собственно, для вас это все будет готово. Вам остается только сделать что? Зайти в группу, то есть, ну, понятное дело, подписаться в эту группу, чтобы не пропускать новости, и следить за группой. Появляются в группе координаты, вы бежите и так далее. Не, конечно, вы можете зайти просто на сервер и искать. То есть, вам никто не запрещает. Вы просто бегаете по серверу и ищете эти коробки. Поэтому, как бы, это тоже вам не запрещается. Нашли коробку, залутали, все нормально. То есть как бы не проблема. Прежде чем администратор будет выкидывать координаты в группу, он просто заходит по этим координатам, смотрит, есть там лут, нет там лут, залутали, не залутали, и все нормально. Если не залутали, он выкидывает эти координаты, и все. То есть и вам все показывают, рассказывают. То есть все, весь лут, который мы залутали, топовый, только для вас. Соответственно, вам всего лишь нужно хотите подписывайтесь, хотите не подписывайтесь, это ваше дело. Ну, я советую лучше подписаться, так легче группу искать, по крайней мере. Вот, вы заходите, ищете эти координаты, то есть заходите в группу, смотрите координаты, заходите на сервер, ищете координаты, и все, вы сидите с топовым лутом. Здесь люди приходят. Сегодня, получается, пришел топовый английский, что ли, ну, там, англоязычный трайб из 7 человек. Они за один день конкретно прям начали развиваться. То есть мы вот пока готовились, мы там тоже, мы вдвоем готовились, они там всемиром готовились. И они конкретно прям развились, и все нормально. То есть в этом плане все пучком. Люди приходят на сервер даже просто так, не обязательно с рекламой. То есть это даже не от рекламы от моей зависит. Так что сервер хороший. Если уж англичане, то есть англоязычные приходят, то уж и нашим подавно понравится валить англоязычных-то уродов. Не в обиду, ей-богу, но честно, они считают точно так же. Про нас. О, русич, и давай долбить. В общем, суть-то в чем? В группу ВКонтакте заходите, смотрите что-то когда где, и там уже, соответственно, находите координаты. Так что это в ваших интересах. А он пытается сбросить меня вниз, но у него ничего не получится, я взлечу. Вот, в ваших интересах, так сказать, все это дело, за этим всем делом следить, чтобы получить топовый лут на PvP-сервере, где конкретно можно воевать. В общем, народ, всем спасибо за просмотр, пишите свои мнения о том, как, что, где, как вы бы сделали, как вы бы зарейдили лучше, что бы лучше бы сделали и как можно было поменьше сделать расходы, потому что расходы были ямоналкие расходы. Если честно, честно, все мои ракеты только были бы, и мне бы жаба даванула. Ну да, окупились, не спорю, окупились. Там и ракетами, там и ресурсами и так далее. Поэтому, если бы, как говорится, мы бы это все по себе вернули бы, то все нормально. Просто не мой, так сказать, месть и глаз народа, а мне просто хорошие серии, вам удовольствие,
И честно, моральное удовлетворение. Реально, сейчас уже время подходит, уже 5 часов рейда, даже, наверное, почти 5 часов рейда, и это кайф. Это кайф, это огроменный кайф. Вот он полетел. А лут собирать. В общем, народ, всем удачи, всем пока. Понятно, подписывайтесь, лайки. Ну, комментарии. Самое главное, комментарии пишите, как, что, где сделали бы вы. И что о всем этом сезоне вы думаете. Абсолютно любое мнение я буду выслушивать. Неадекватов, как обычно, я буду банить. Так что пишите адекватно. То есть, любую критику, но адекватно. Будете писать всякое говно, я вас забаню. В общем, народ, всем удачи и всем пока. До встречи в следующем видео. Так что все будет нормально. Кстати, да, следующее видео уже начнутся с этого, типа, ПВЕ, все дела. Анунаки, Тамагочи. В общем, всем пока.